Салам алейкум, привет всех, кто смотрит мой канал. Сегодня мы наконец-то смогли зайти в пиццерию, которая известна здесь, в Нью-Йорке, куда приходят многие туристы, и там всегда заполнено. Туда приходят многие туристы и сами американцы, не только нью-йоркеры, но и из других городов. А эта пиццерия называется Джулиана. Это очень известная пиццерия. И я все-таки дождался, стоял долго в очереди и все-таки смог. Я взял вот эту пиццу, вот такого она размера. Большой, самый большой размер, стоит $20, плюс чаевые $3, чтобы здесь поесть его и насладиться вот этим красивым видом.